Рассмотрим два алгоритма кодирования изображений под линзовый растр. Возьмем для примера две картинки для двухкадрового вариоизображения – круг и линию. Первый алгоритм кодирования. Полполосы первого изображения перекрывают полполосы второго изображения. Вот, посмотрите. Только часть изображения полосы и круга присутствует на кодированном изображении. Половина. Половина изображения потеряна. И, конечно, зеркально отражаем полосы, потому что линза создает зеркально отраженное перевернутое изображение. Это кодированное изображение под линзовый растр. Половина каждого вариокадра перекрыта. Второй алгоритм. Сжимаем полосы перед кодированием. Сжимаем два раза по горизонтали. Видите, как изображение протискивается друг между другом? И зеркально переворачиваем полосы. Сравним два кодированных изображения. Посмотрим на те же кодированные картинки без зеркального отражения полос. Как кодирует фотопроектор Easy? Загрузим наши кадры. Выберем самый крупный растр. 10 ppi. Поставим настройки, закодируем. Вот оно, наше кодированное изображение. То есть фотопроектор Easy использует второй алгоритм. Кадры не перекрывают друг друга, а сжимаются по горизонтали перед чередованием полос. Именно такой алгоритм нужен для изготовления вариокартинок с небольшим числом вариокадров.